Леша, 99-й боец был. Служба 01 поступил вызов о том, что по улице Минусинская, значит, произошел пожар. Значит, по прибытию пожарных подразделений было установлено 6 отдельных очагов. Это горение частных домов с деревянными постройками. Значит, рангу пожара был присвоен. Ранг пожара номер 3. Значит, по прибытию пожарных подразделений, значит, было подано 8 стволов Б. Значит, на пожар привлекались служба энергетиков, водоканал, авиация МЧС России, психологи, администрация города. Значит, на сегодняшний момент пожар локализован. Значит, по последним данным, у нас сгорело, получается, 5 жилых домов, 3 хозяйственные постройки и автосервис. Среди жильцов домов пострадавших нет. Значит, на месте работает дознаватели, служба ИПЛ, значит, причина устанавливается. Значит, техника у нас привлекалась по рангу пожара номер 3, значит, работала
7 автоцистерн от МЧС России. Значит, одно отделение было, значит, от Министерства обороны, привлекалась авиация МЧС России, значит, служба медицины катастроф, психологи, полиция, скорая помощь, служба энергетиков, водоканал, администрация города Хабаровска. Люди на улице не останутся, будут все размещены.